Сообщение о подозрительном мужчине на берегу реки в полицию поступило поздно ночью. Очевидцы отметили, что именно это место человек в камуфляжной одежде посещает достаточно часто. Настороженность сочинцев оказалась оправданной. Прибывшие на место сотрудники спецроты ДПС обнаружили самого настоящего браконьера. Мужчина ловил рыбу сетью. Как известно, такой способ рыбалки для любителей считается запрещенным. Впрочем, как и всевозможные накидки, волокуши и переметы. К слову, большая часть рыбы в сочинских реках занесена в Красную книгу. Квалифицировав данное действие по статье 256 Уголовного кодекса, нами была вызвана на место опергруппа, по прибытии которой рыболовецкая сеть была изъята, человек задержан. Деяние данного гражданина можно квалифицировать статьей 256 Уголовного кодекса, незаконная добыча водных ресурсов, ответственность за которое предусмотрена либо крупный штраф, либо арестом до полугода.